Я представляю, что я воин Маори, а та бутылка — британский солдат, и я защищаю всех своих жен. Ладно, Текоти. Держи мишень над этой маленькой мушкой сверху. И когда будешь готов, сделай вдох. Ничего себе. На что охотимся? На что угодно. На оленя, если повезет. А можно пристрелить одну из этих лошадей? Угадай мой ответ с одного раза. А хоть покататься можно? Никто не может на них кататься, они слишком дикие. И зачем вообще на них кататься? Ну, для этого они и нужны. А почему они не могут просто жевать траву и быть лошадьми? Ладно, ладно, я просто поддерживал беседу. Кабан, бежим! Что? А вот и наш обед. Поможешь потрошить?